Я, дорогие мои, в парке. Вот, нахожусь в своем родном парке, где живу. Такие дела. Вот. Была в магазине, купила продукты и иду по парку гуляю по своему. Тоже хорошо. Все же это клочок живой природы в городе. Был дождь у нас, лужи. Земля еще такая от воды, наполненная водой. Деревья стоят. Вполне возможно, еще будет дождь сегодня. Он идет маленький, капает. У меня, конечно, есть зонтик, но я хочу просто походить. Ну, плачь, хороший ходить, мальчик. Или девочка это? Девочка. Ну, девочка. Были только синие, как всегда. Яблочки у нас. Вот так. Такая маленькая девочка оказалась. В таком возрасте они одевают же непонятно. То ли мальчик, то ли девочка. Они бывают, что это. Я и то помню себя маленькая, когда была. Меня принимали за мальчика. Я в школе рано, еще с 4 лет же училась. И вот стою, а девочки идут возле школы, возле окна. Меня мама оставила, она тоже музыкант. Идут, в окно увидели меня и говорят: какой красивый мальчик! Я обиделась, сразу не сообразила, что надо ответить-то. Сижу, стою, вернее, потом он говорит: я не мальчик, я девочка. Это я помню этот случай, понимаете? А здесь у нас церковь делают. Так, у нас была здесь вообще-то планетарий. Но и раньше это церковь была, а сейчас тоже ее хотят сделать церковью. Вот. Ну, гуляем. Вот так. Сейчас домой пойду. Хоть чуть-чуть побыла на улице, и то хорошо. Потому что я получается, что я же работаю бухгалтером. Там целый день на работе, считай. Потом прихожу, я творчеством занимаюсь. Вот. Ну, варю еще, готовлю кушать. Сегодня я еще не успела уборку, надо мне будет сделать. Дома надо порядок навести. И вот это. Вышла все равно погулять, потому что надо все успевать. А был целый день дождь, такой ливень у нас прям шел. Да если даже посмотреть на лужу, то видно, что лужи стоят. И ночью был дождь сильный, причем сейчас все вышли, потому что тоже дома сидели. Вот. А я сидела дома, думаю, надо выйти. На Дэвида посмотрела, как он там на Мальдивах сейчас хорошо. Я тоже хочу. Если будет такая возможность, я тоже куда-нибудь на море. Ни разу не была на море.
Ну, мальчик какой ездит. Вот. Так что так. Вот так мы и живем в этом парке в Меланжевом. Изумрудный его. Раньше там парк Меланжевого комбината. А сейчас это Изумрудный парк. Ну, кстати, в этом году много сделали всего хорошего. Вот, что мне нравится. Для ребятишек вот бесплатные карусельки, качельки сделали. И тренажеры. И не только для ребятишек, а вообще облагораживают наш парк. И мне это очень нравится. У нас здесь живое все, понимаете? Вот если в Екатеринбург я приехала, мне там, кстати, очень нравится. Я, если будет возможность, я, конечно, туда перееду жить. Но там получается очень именно с цивилизованной, с культурной стороны хорошо. А здесь хорошо то, что люди простые, живые. Здесь жизнь. Вот. Даже мухи там нет. Мух, никаких комаров. А здесь есть. То есть все тут это, живности много. И голубей, и всего. Вот. Все живое у нас, живые люди. А там все пустое. Даже вот здесь, видите? Мух. Потому что все так. Вот. В парке сейчас гуляют люди, молодцы. Вышли. Потому что что делать в городе? Пока есть такая возможность, надо вообще, у нас же Сибирь, матушка, и у нас быстро потом снег может лететь. Ну, в этом году, правда, хорошо. Началось еще с апреля уже лето. Меняется погода. Вот, а сейчас уже я чувствую, скоро осень будет. Скоро будут желтые листья, и все полетит, конечно. Вот уже начинаю, видите, где, кое-где. Вот. Хотя это еще пока что начало августа. Пока еще нет такого. Вот. Так что так. Мы живем. Эти деревья, они, я еще маленькая была, они уже были эти ели большие. Вот. Я даже есть фотографии, где мама меня держит младенцем на руках, и я и держу какую-то, по-моему, овечка это была игрушка. Мама говорит, что это любимая была моя игрушка, овечка маленькая такая. Вот. И я ходила, и здесь вот эти вот были. Деревья вот такие вот. Так что так. Вот. Я люблю здесь находиться. Потому что здесь хоть какая-то, какой-то клочок природы. Я здесь и цветы собирала полевые. Вот. Ну так. Так что вам желаю счастья всем. Хорошего настроения, отличного. Всем пока, с вами была Дора Люкс. Опять этот мужчина с ребенком пошел. Всем пока. Всем пока.